Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с моим в Genshin Impact. И сейчас мы находимся в какой-то резиденции. И почему-то здесь никого нету, на удивление. Хотя здесь было несколько персонажей. Я хотел с ними поболтать, но они чудесным образом испарились. Блин, вот это отстойно, на самом деле. Я хотел там квесты какие-нибудь, но стоило мне выйти из игры, как я вернулся, и уже их здесь нету. И теперь свищи, ищи свищи их по всей округе. Ну ладно, давайте мы пока хотя бы, я не знаю, там, всякие книжки пособираем. Блин, а где персы? Ну серьезно. Так, здесь тоже что-то светится. А, это светится просто типа... Да. Может, что-то мы найдем здесь интересного еще, помимо книг? Но я вроде ничего такого особого не вижу. Здесь, кстати, игра практически не лагает. В этой маленькой комнатке, но это понятно почему. И у нас, собственно, ведет открыть дверь. Блин, я хотел поговорить с персонажами. А хотя подождите, мы же не здесь были у них, разве нет? Или здесь? Так, ну это библиотека, мы здесь уже были, мы здесь собрали все книги. Но почему-то я вижу еще одну книгу, которая не собрана. Но для этого надо... Подождите, только не говорите, что у меня прогресс по сбору книг не сохранился. Да не, не может быть. Внизу вроде все собрано. Кстати, странно, но почему-то и здесь игра не лагает. Видимо, пока я не выйду в открытый мир, будет все нормально работать. Буду, останусь здесь жить, да? А, это вот здесь книга мигает, да. Лиса в море одуванчиков. Я, видимо, какой-то том не собрал. Либо он появился, что тоже, кстати, вероятно, потому что я вроде бы все собирал в этой библиотеке. Вряд ли я что-то упустил. Но, скорее всего, просто эти тома... Этот том здесь появился, именно в этом месте. Че это, кстати, за компас у нас горит? Предупреждение, Лиза, завершите задание Искры Силы среди страниц, ранг приключения 5. Я, кстати, могу уже эти задания выполнять, как я понимаю. Можно, наверное, чуть потише сделать, а то какие-то громкие. Лиса в море одуванчиков, еще один том. Да реально, реально здесь появляются, видимо, книги новые. То есть, которые мы еще не собрали после продвижения, видимо, по сюжету. На удивление, потому что я, по-моему, все эти... Так, ну здесь я просто сесть мог, это понятно, потому что я здесь вроде бы все книги в прошлый раз собирал. А сейчас иду и вижу новые книги. Или, может, стоило уйти из этой локации, а потом снова прийти, чтобы что-то появилось. Так, Элон Маск, это мы понимаем. А вот сюда смотрю, что-то просадки какие-то начинаются, ну ладно. Пойдемте лучше поизучаем дальше сюжетку. Мы вроде практически со всеми в городе поговорили. Ну как почти со всеми, далеко не со всеми, но с многими. Проблема в том, что все персонажи ушли. И у нас есть еще какое-то достижение на доске объявлений. Давайте почитаем, что там новенького добавили. Кстати, 11 числа стартует какое-то крупное обновление. Это получается сейчас 10-е, ну, начало 10-го дня, ночь. Новое задание архонтов приближается, новый пайман во дворец. Ну, короче, новое задание какое-то будет. Также есть какие-то мероприятия, жить одним днем. Молитвенный гимн. Это нужно, типа, выполнить какие-то штуки. О, новая молитва доступна. Небесное крыло пыли, молитва воплощения божества, тестовый забег. Небесный кит, как начать задание, потухшая звезда, наборы помощи приключенцам. В смысле наборы помощи? То есть наборы помощи, которые мне нужно купить, я так понимаю вас. Вот такие наборы помощи. Так, эй, какого черта? Я только, это, открыл дверь, и сразу же она закрылась перед моим лицом. Блин, жалко, персонажи исчезли. Теперь ищи свихщи их, блин. Выполняйте штуки-дрюки. Ну ладно, давайте выйдем наружу. Сейчас будет, в принципе, достаточно долгая загрузка Манштадта и самого открытого мира. Но мы подождем, чё уж. Я, как обычно, вырубил везде свет и в итоге пролил на себя чай. Из-за того, что нифига не видно, потому что я записываю ночью уже в четвертый раз. И постоянно, я уже, по-моему, второй день подряд проливаю на себя чай. Прямо в кровати. Это капец ужас какой.
Ну, надеюсь, мы сможем поговорить и взять квесты у перса в будущем. Ну, или просто поговорить с ними и разузнать что-то о них побольше. В прошлый раз, когда мы закончили, они все были в одной комнате, и с ними можно было пообщаться. Но стоило мне выйти из игры и зайти в нее снова, как такая возможность исчезла. Мы должны хорошенько подготовиться к нашим приключениям. Зачем мне открывать меню персонажа? Оружие. Усилить оружие. Ну, знаешь, чувак, мне бы не очень хотелось усилять именно оружие, потому что... как это сказать? Ну, хотя надо, наверное, улучшить какой-то из стволов. Давайте мы попробуем с вами посмотреть, что у нас за оружие экипировано сейчас. Да, у меня лук на криты. Давайте попробуем его усилить немножечко совсем. Материалы повышения опыта. Так, подожди, я сам выберу. Я выберу один кристаллик. И мы повысим лук, луку один уровень, чтобы просто у нас выполнилось задание на улучшение. Че, еще что ли надо? Для автозаполнения? Не-не-не, не надо использовать эти ресурсы, хотя мне не так сильно нужны эти луки и копья первого уровня. Ну давай попробуем. Новый уровень 12-й, ничего себе, оно повысилось, ну ладно. Так, но я бы хотел, знаете, что прокачать? Я хотел прокачать бы уровень самому герою. Как это можно сделать? Улучшить это оружие. Мы должны характеристики улучшить, повысить уровень. Мы почти до максимума его повысили, поэтому делаем так. Убираем лишние штуки. Добавляем... Так, подожди, я не могу. То есть 5 это максимум, я не могу подтвердить. Ну, давайте сначала так сделаем, до 19 поднимем. А потом уже более дешевыми карточками. А, у меня их нет, вот в чем проблема. Но тратить дополнительную карточку не особо охота. Давайте мы лучше тогда повысим уровень нашей Эмбер. Так, тоже не до максималочки, а именно до того предела, когда у нас... надо купить или найти эти карты, чтобы добить уже оставшиеся два уровня. 20-е нашим героям. Но теперь у нас есть 19-й уровень, замечательно. Я просто не хочу улучшать оружие 3 звезд. Я думаю, я найду в будущем оружие 4 звезд. Хотя надо еще проверить, какие у меня оружие экипировано на моем основном. По-моему, 3-звездочное, да. Как бы... такое себе. Не особо охота улучшать фиговые стволы. Так, что у нас новенькое появилось на карте? Давайте посмотрим, потому что мы там с 5 уровнем кучу всего разблокировали. Так, Манштадт. Давайте мы приблизим камеру. Здесь, в принципе, разблокировался магазин, какие-то задания и прочее в таком духе. Блин, а теперь реально этих персонажей я фиг найду на карте. То есть мне нужно будет искать их в определенных местах. И это, на самом деле, немного запарно. Я бы хотел повыполнять квесты, но как я это сделаю? Мне нужно сейчас встретить Эмбер у входа в храм. Где у нас находится главная площадь? Чисто через синий и... вот сюда куда-то надо идти. Не, давай перепрыгивай, чувак. Перепрыгивай сюда. Затем скарабкаемся здесь и полетели. Полетели, полетели. Теперь у нас доступен магазин, в принципе. И мы можем, как я понимаю, затариваться. Чувак, что у тебя стряслось? Нет, ну это-то понятно, поговорить я с тобой не могу. Не, он что-то прячется, я не могу почему-то с ним поговорить. Что с персонажами? Почему никто из них не обращает на меня внимания? Они все как будто напуганы, как будто я сделал что-то плохое. Но скорее всего это из-за дракона. Скорее всего это реально из-за дракона, который... А вот и кузнец. Да, окей, не вопрос, сейчас заглянем к нему. Погнали, посмотрим, чем можно купить у кузнеца. Хотя, ладно, давайте пофигу. Я задолбался уже мало урона наносить. Я хочу все-таки, наверное, оружие свое прокачать. Улучшаем свой меч. Так, сюда, пожалуйста. Мы возьмем с вами мечи 2 уровня, наверное. Они нам особо не нужны, поэтому почему бы их не потратить. А вот 3 уровень я уже трогать не буду. И также добавим... кристаллы. Новый уровень меча. 9-й получается. Я бы хотел еще, наверное, кристаллов докинуть. Они неплохо уровней поднимают.
Ага, максимум опыта нельзя добавить. Ну ладно, пофиг, я трачу деньги на это. Да, пофиг, насрать. Окей, 20 уровня меч. И еще хотелось бы прокачать лук Эмбер, насколько у меня получится. Так, улучшаем лук. Блин, я чувствую, я пожалею об этом, потому что, скорее всего... Скорее всего, у нас будет более крутое оружие в будущем. Так, готово. Возвысить и пробудить. Это требуется ранг приключения, и нужно идентичное оружие, чтобы, видимо, как-то усилить свое оружие. Ну окей, я понял тебя. Так, но нам нужно встретиться у ворот, потому что большинство жителей напуганы, они не разговаривают с нами. Я не могу разговаривать с представителями этого. Подожди, а зачем ты мне кузнеца показал? Надо попробовать зайти в миссии, посмотреть, может, там миссии какие-то доступны. Я бы выполнил пару миссий. Как я говорил, это неспешное прохождение. Да, чем могу помочь? Пайман хочет оружие. Что, зачем мне оружие? Ты хочешь, чтобы я тоже сражалась? Какая малышка, для нее только на заказ. Оружие на заказ? Конечно, я делаю оружие на заказ. Я продаю оружие, делаю оружие на заказ, чиню оружие. Я же кузнец. Главное в этом деле руда. А откуда ты получаешь руду? Отовсюду. Но я могу рассказать тебе, где неподалеку можно найти куски железа. Давай. Если принесешь мне эти куски, я сделаю тебе оружие. Славно, спасибо. Не за что, теперь перестань отвлекать меня от работы. Так, подожди. О, он показал мне, видимо. Чего? Говори погромче, я не слышу. Вы не планируете спрятаться? Спрятаться? Этот жалкий шторм не заставит бросить кузню. Уходит целый день на то, чтобы придать форму железу. Такое нечасто можно увидеть. Лови момент. Так, я как понимаю, у него новые диалоги открылись. Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. Материалы подготовим? Давай посмотрим. Ага, я могу теперь, короче, делать... О, да-да-да, вот эту штуку. Но я уже это делал у него, кстати, уже забрал. Еще бы хотелось посмотреть миссии и... Собственно, выдвинуться уже по заданию. Просто, может быть, какие-то квесты есть или типа того. Нам что-то стало доступно при получении 5 уровня. Магазин какой-то открылся. Вот, давай, Катерина. Да-да-да, это я уже слышал. Награды ранга приключений. Давай посмотрим. Да, можно забрать награду, короче, отсюда. Смертоносный... Что-то редкое дали мне. Какой-то странный медальон. Так, давай-ка мы с тобой... кто вы? А, ну да, это я уже слышал. Нет, к сожалению, у него пока нету каких-то заданий. Но я думаю, в будущем появится или типа того. Так, теперь погнали, сбегаем еще, спросим, что там у... Подождите, а где она? Я что-то не понял, она в доме? Ну, половина, короче, персонажей, видимо, попряталась в различные штуки-дрюки. Здесь тоже никого нету, здесь все напуганы. Но вот с этой барышней тоже нельзя поговорить, и здесь тоже нет торговца. Ну ладно, видимо, у нас единственный путь — это бежать по заданию Эмбер и разобраться, чтобы все перестали быть напуганными в городе. И можно было спокойно сделать дела. Там реально что-то происходит, какой-то столб света непонятный. Ну погнали проверим. Делаем рывок. Птицы что-то взбаламутились. Хотя вроде не так близко подошел, чтобы их спугнуть. Там реально какой-то шторм, и непонятно, что произошло. Блин, можно было просто стелепортироваться, блин. Где она там находится? Давайте мы переместимся сюда. Я надеюсь, это недолгое время займет. То есть перемещение это по локации здесь, я думаю, быстрые. Ну потому что, ну что, там заново что ли все загружаться? Я не думаю, что это займет много времени. Я даже вижу, что полоса загрузки двигается быстрее, чем обычно. Но, возможно, последнее деление будет заполняться дольше всего. Надеюсь, что нет. Итак, мы переместились с вами сюда. И нам надо двигать куда-то к Эмбер. Давайте двинемся. Тут какие-то столбы еще, видите, на карте отображены. И нам что-то говорили про то, что надо будет отключить или что-то вроде того. Ну, что-то с ними сделать, короче. Так, еще один закатник возьмем. Здоровье у нас, в принципе, фуловое, это хорошо.
Давайте еще фруктов наберем себе на всякий случай. И выдвинемся с вами к столбу света. Так называемому. Так, я не разбился уже, хорошо? Он что-то как-то быстро спустился вниз, я даже не успел крылья раскрыть. Ну и вот, собственно, у нас Эмбер. Говори, что надо сделать? Я готов. Эмбер, здорово. Вот он, один из заброшенных храмов, хранителей четырех ветров. Эти храмы пустуют уже давно, жители Манштадта сюда не ходят. Есть и вероятность, что внутри нас ждут хиличурлы. Даже Ужас Бури покинул свой храм. А, Ужас Бури? Да. В это сложно проверить, но когда-то Ужас Бури был одним из хранителей четырех ветров. Не может быть. Погоди, ты тоже это почувствовал? С этим ветром что-то не так. Надо проверить никакие, осторожнее, я чувствую присутствие дракона. Окей. Так, я в... О, данжи пошли. О, данжи это я люблю, данжи это классно. Храм Сокола, заходим. Блин, сейчас будет прикольно. И как я понимаю, в данжах там локации же поменьше, и будет лагать поменьше, и мы сможем сражаться нормально. Рекомендую у меня отряд 4, экспедиция Ветряной Утес, но сюда нам еще не надо. Да, здесь нужен 20 уровень отряда, и откроется только на 12 ранге. Но пока заходим сюда, окей. Быстрый отряд начать, но у нас нету других героев, к сожалению, поэтому просто таким отрядом идем. Блин, может мне купить все-таки наборы новичка? Я не знаю, просто исчезнут ли они при повышении какого-то уровня. То есть там 100% с первого набора падает баба с дубиной. Это третий герой, а мне было бы неплохо пополнить свою армию. Потому что эти бесплатные, ну не бесплатные, а наборы с более дешевой стоимостью могут что-то мне нормальное дать. То есть героев там, и возможно даже не одного героя, там допустим двух или трех. Это было бы классно вообще. Так, что это за кубики? Ага, просто нажимаем и открываем двери. И да, здесь игра меньше лагает, зашибись. Так. Вау, теперь все так хорошо видно. Так, и здесь мы берем, короче, Эмбер. Да-да-да, я это уже знаю. Я это уже знаю. То есть мы уже сжигали с вами корни на сундуках, поэтому сделаем так. Подождем, пока оно все сгорит. Ну и будем, собственно, лутаться. Так, что здесь у нас есть? Опыт странника. Вот то, что надо, кстати. Мне вот этих карточек как раз не хватало. Можно даже, кстати, прямо сейчас повысить уровень. Давайте мы это сделаем. Характеристики. Повысить уровень. Используем опыт странника. Две штуки. Да-да-да, я понял тебя. Плюс еще. Максимальный уровень. Подтвердить. Готово. 20 уровень есть. И то же самое делаем с Эмбер. Ну, повысить, да, окей. Все, 20 уровни есть у всех героев. Уровень отряда максимальный, зашибись. Теперь у нас и оружие максимального уровня, и герои максимального уровня. Мы будем наносить максимальный урон. У нас не должно возникнуть с противниками никаких проблем. Так, еще капусточка. Сюда нам надо идти, как я понимаю. Но хотелось бы еще что-то посмотреть, залутать. Вот для чего здесь эта штука? Мне кажется, не просто так она здесь стоит. Хотя я не могу на нее забраться. Может, я могу по ответственности... Нет, я не могу здесь карабкаться. Видимо, это какие-то особые стены в данжах. По ним нельзя лазать. Потому что, видите, я бегу на стену, он на нее не запрыгивает. А если я подпрыгну? Нет, он не цепляется. Это какие-то особые стены, которые... непроходимые. Так, ясно, к этим штукам лучше не подходить, пока они не взорвутся. Так, еще. Давайте еще уничтожим. Отлично. Это, как я понимаю, что-то вроде чекпоинта. Использовать чувство стихии, чтобы увидеть стихийные характеристики разных объектов. Каждый элемент выделяется своим цветом. Зеленый цвет символизирует элемент дендра, который можно поджечь с помощью пира. Деревянные щиты противника относятся к элементу дендра, их можно поджечь с помощью пира. Атак это лишит их защиты. Окей, тебя понял. Опача, поджигаем щит. Затем переключаемся на героя. Все, минус щит, чувака. И мы добиваем хиличурла. Нет, это рок. В смысле, ты о чем? Так, секунду. Но
Блин, а чё у них щиты не раздалбливаются? Так, окей, я понял. А ну-ка, как тебе такое? Блин, урон, конечно, сочный вылетает. Вообще никаких трудностей не возникает с противниками. Так, посмотрим, что здесь у нас имеется. Новые противники. Тут, видимо, энциклопедия какая-то есть. Так, вот это не выглядит на самом деле бочкой, которую можно ударить. Это похоже на взрывную бочку. И давайте мы взорвем здесь все. И здесь у нас спрятан сундук. Отлично, пойдет. Давайте откроем еще сундучок. Заберем лутецкий, опыт искателя. Мора, монеты, то есть. И у нас еще сундук открылся после того, как мы победили всех мобов на локации. А обратно уже фиг вернешься, да? Так, забираем мясо птицы. Посмотрим, что в сундуке за сырое мясо опыт странника. Но опыт нам еще пригодится для повышения уровней другим персонажам. Морковь. Редкий, кстати, предмет. Потому что его вроде бы купить нельзя. Я, по крайней мере, слышал что-то в этом духе. Сегодня как раз слышал, что кто-то говорил, что типа морковь нельзя купить. Так, бочка с порохом. Сейчас разберемся. Подрываем хиличурлов. Затем меняемся на ГГ-ху. Опача. Красиво закомбили. Добиваем еще одного хиличурла. Так, какого черта, чувак? Ты хочешь посоревноваться в меткости стрельбы? По-моему, одной стрелы ему было достаточно. Так, обязательно забираем сундук, это всегда клево. Так, платок целителя, сырое мясо, еще под странника возьмем. Разваливаем все штуки, забираем все ресурсы, потому что из этого можно будет потом приготовить кучу еды. Как я понимаю, сено можно поджечь, да? Хотя, подождите, прежде чем я его подожгу, мы активируем с вами эффект вот этого вот... Так, подождите, как активировать компас? Так, звездочки это вроде бы не то, да? Чё это такое? А, это вот как раз-таки наборы, это наборы призыва. Я хотел бы, наверное, вот этот набор купить, чтобы хотя бы еще одного героя добавить себе в отряд. Тем более эти наборы ограничены, мы сможем их... Так, нет, я не это хотел. Я хотел проверить... так, это тоже не то. Это новости. Как же тут можно было А, вот с глазик, точно, помню. И мы видим, что вот... А нет, смотрите-ка, сено не горит. То есть его нельзя поджечь, получается. Давайте попробуем хотя бы. Нет, оно горит, меня обманули. То есть они не символизируют элемент дендра, но тем не менее их можно сжечь. Я не знаю, имеет ли это какой-то смысл, вряд ли в них что-то есть. Но почему бы и нет? Это клавиша новый противник, мне уже немножечко надоело. Я хочу убрать ее. Навыки, но тут нас обучают, опять же, типа как элементы работают. О, халявный опыт, серьезно, просто за то, что я прочитал, офигенно. Камни истока получили мы с вами. Блин, прикольно, что в данжах не лагает хотя бы. Но на открытых пространствах будет, конечно, подлагивать сильнее игра. Но в данжах можно более-менее даже нормально сражаться. Это классно. Так, что это за хрень? Она такая высокая, кажется, наверху что-то есть. А, здесь нарисован элемент пиро. Поэтому, скорее всего, если выстрелить в этот столб из пиро... Да, отлично. Подождите, а что там может находиться? Там, похоже, какая-то секретка. Ясно, я понял. Двойной прыжок. Отлично, я сдох. Ну, я не сдох, скорее всего, меня сейчас телепортирует обратно. Да, меня телепортировало обратно, но я получил немного урона. Она не прыгала. Она не прыгала, она просто не прыгала сейчас. Я каждый раз, по-моему, получаю урон, да, за такие падения? Или нет все-таки? Или меня просто телепортируют, типа, и ничего не... Да, я получаю урон определенно. Господи, нельзя было так сразу сделать. Так, и мы можем здесь еще посмотреть, может, что-то наверху имеется? Да, я вижу сундук. Так, мне бы как-то поаккуратнее спуститься.
Готово. И у нас здесь есть сундук, в котором мы можем залутать мясо птицы и еще под странника. Зашибись. Так, а там я был, вроде бы я оттуда пришел, да? Давайте взмываем снова наверх. Там мы были с вами, там мы были. Здесь у нас, в принципе, ничего я такого не вижу. Никаких сундуков нет. Ну, полетели. Полетели, нам надо сюда. И как я понимаю, использовав вот этого героя... Да, я не могу использовать его во время полета, к сожалению. Но, как я понимаю, если я его использую, то я могу нормально приземлиться. И, кстати, при падении получает урон вся моя команда, а не только тот герой, который упал. Яйцо дракона... Дыхание дракона, наверное, отсюда идут все силы. Ну, типа... Типа так как-то, окей. Ух, я устала. Но мы должны помочь Джин. Раньше мы могли поручиться за безопасность Мандштата и его жителей. Благодаря Джин, конечно. Но сейчас, когда уже с бурей напрямую атакует город, ветра изменили направление, и мы должны поменять тактику. Неплохо сказано. Лиза любит так говорить. Кстати, о хранителях четырех ветров. Если хочешь узнать побольше с нашей историей, лучше поговори с Лизой. Не то чтобы я не знала нашу историю, просто... В смысле, библиотекарь наверняка должен знать больше, чем простой скаут. Окей. А типа это, что я разбил яйцо, ничего такого не будет из-за этого? Видимо, нет. Испытание завершено. Драгоценный сундук. В нем что-то крутое должно быть. Опыт и превосходные руны усиления. Отлично. Так, здесь есть какая-то... Не знаю. Штука. Сейчас я выйду отсюда, посмотрю, нету ли каких-то тут секретных сундуков. Блин, а там что-то может быть вон на той фигне. Давайте мы залезем наверх и посмотрим еще раз. Нет, тут нифига нету. То есть я думал, там может быть какой-то сундук, но вроде бы нет. По этой штуке мы не можем забраться, я понял вас. Ну хотя бы могу через забор перепрыгнуть, а то мог бы себя в ловушку загнать. Ну окей, поехали, короче, отсюда. Выходим тогда, получается. Это же выход, да, если я понимаю? Да, покинуть подземелье. Ну давайте тогда сваливать, в принципе. Но мы поняли, что такое данжи, типа, я думаю, таких штук будет много, и их можно будет все залутать. И, скорее всего, там будут потом какие-то ограничения всякие... Не знаю, там, испытания, допустим, убейте там противников за 20 секунд. Ой, ненавижу со временем, конечно, эти штуки, но... Тем более с лагами это будет сделать сложнее. Я еще не знаю, будет ли время идти также нормально, в нормальном темпе, а при этом, может быть, игра будет лагать, а время будет идти с нормальной скоростью. Такое бывает в играх онлайновых. Но надеюсь, что такого не будет. Что оно будет идти все-таки вместе с замедленным типе. О, 6-й уровень, кстати, замечательно. Так, теперь нам надо двигать куда-то дальше. Я не знаю, прошел ли шторм на самом деле. Но я думаю, что нет, потому что мы не все с вами все-таки сделали. Так, и дальше нам надо двигать чуть подальше. Я вижу там какой-то столб. Туда идти на самом деле достаточно далеко. Могу ли я сюда приместиться? Здесь есть точка интереса, кстати. И хотелось бы еще зайти вот сюда, чтобы посмотреть, что здесь. Поэтому, наверное, я пойду по дорогу и по дороге еще хочу активировать маяк, то есть точку телепортации. О, там что-то есть. Там что-то лежит. Эти какая-то звездочка указана на карте. А, возможно, это метка, которую я случайно поставил. Да, скорее всего. Скорее всего, это просто метка, которую я случайно поставил. Хотя нет, вроде бы я не ставил метки, подождите-ка. А, это какая-то штука. И я чувствую, она достаточно редкая. Так, отлично. Эта штука похожа на содержание. Анимокул, предложите его. Что мне с ним делать? Анимокул, вещество, накопившее большое количество энергии Энема, предложите его статуе, помогите восстановить силу, которую она потеряла за это время. Но это уже что-то сложное. Подождите, там на карте что-то было? А, ну это, видимо, нас туда пока не пустят, у нас закрытая там
территория. Хотя можно, конечно, попробовать пройти. А хотя давайте попробуем. Это как раз-таки похоже на ту самую статую. Просто из ниоткуда взялись какие-то слизни. Ну, халявная слизь слайма, что я могу сказать. И здесь еще есть какой-то анимокул. Мы сможем, видимо, с помощью этих анимокулов открывать новые точки обзора на карте. Так, еще один анимокул есть, зашибись. И теперь у нас имеется, короче, это... башня. Жалко, они на карте не показываются. Статуя семьи архонтов. Давай сделаем подношение. Никак интересно, каким будет ответ архонтов. А как мне сделать подношение? Этот мир открыт для всех, чье сердце исполнено благородством. А, все типа изи. Да, у нас открылась новая часть карты. Нифига себе огромная, кстати. Но я, наверное, туда пока не пойду, в ту часть карты. Но мы нашли статуи семи архонтов, зашибись. А, поклониться статуе? Зачем, спрашивается? А, награды статуи, выносливость, дать... Ага. Ну, давайте попробуем дать. Давай два, наверное. Я не знаю. Но я могу только один дать. Максимальная выносливость повышена. Да, это то, что надо. Это офигенная тема. То есть этой статуе реально стоит давать подношение. Так, а я могу еще дать одной статуе? Что-то появилось, какой-то, видимо, ветряной поток. Не знаю, что это такое, но там сундук есть. Также, ага, уже требуется два анимокула. То есть здесь один уже вкладывать не имеет пока смысла. Но я могу сейчас, смотрите, я могу сейчас еще один набрать, потому что я вижу, что здесь... лежит еще один анимокул, я его даже вижу. Так, а где он вообще находится? Неужели на дереве? Ну, походу, да, потому что показывается вроде как на дереве. Этих анимокулов здесь дофига, конечно. Давайте заберемся сюда. Где эта скотина? А, вижу его. Так, залезаем, короче, сюда. Я вижу, там еще один анимокул. Что с моими ногами? Так, отпускай. Так, мы здесь. И теперь мы можем, как я понимаю, забрать еще один анимокул. Зашибись. Я вижу еще один анимокул. Он где-то там находится. Он достаточно высоко. Скорее всего, его надо забрать как-то по-другому. И там еще какие-то противники, видимо, обитают. Но не противники, это какие-то страусы. Так, я сжег одного из страусов. Это хорошо, в принципе. Мясо птицы. Причем два куска. Что это за штуки такие? Так, я что-то получил. А-а-а, вот оно как. Ну, давайте попробуем. Взмываем в небо, и теперь мы можем, как я понимаю, забрать этот анимокул. Так, я чуть потерял, где я нахожусь. А, они исчезают, я понял. Где анимокул? Вот здесь он находится, то есть эту надо взять последний, как я понимаю. Давайте возьмем первый. Второй. Третий. Здесь появляется вихрь. И мы забрали анимокул, да? Или не забрали? Вот теперь точно забрали. Отлично. Так, надо аккуратнее здесь, конечно, крутиться и все такое делать. Так, я вижу сундук. Это надо взять определенно.
Погнали разберемся с мобами. Тогда уж... Ой, бабочка была, подожди. Блин, она куда-то улетела. Ну ладно, пофигу. Четвертый уровень, в принципе, не страшно. Предлагаю сначала убить стрелка, а потом уже разобраться с более сильными мобами. Блин, почему не тяжелая атака не делается? Ага, щиты еще, да, блокируют их. Так, минус два. Ну, теперь осталось разбить щит этому чуваку. Можно, конечно, использовать Эмбер и поджечь их щиты, но они быстро бегают. Они, скорее всего, успеют до меня добежать. Так, там кто-то еще есть. А, лучник есть еще. Да блин, очень неудобно сделан вот этот вот режим. Добиваем, собственно, еще парня на вышке. И сундук у нас есть. Я бы хотел, на самом деле, забраться на вышку и посмотреть, может, что-то тут есть. Да нет, вроде ничего нету. Окей. Забираем тогда награды свои. Богатый сундук, что-то, наверное, крутое здесь валяется. Опыт искателя приключений, перо искателя приключений и чайничек целителя. Не знаю, для чего они нужны. Но окей. Здесь мы можем, в принципе, перебраться по броду, и я вижу еще один анимокул. Я даже знаю, как его взять. Давайте заберемся на вышку и заберем еще один анимокул. Блин, искать их будет крайне сложно. Так, отлично. Вон там у нас анимокул, то есть мы просто должны прыгнуть, использовать крылья. И мы можем его забрать, отлично. Я вижу еще один сундук, надо бы его взять. Главное, чтобы там противники соответствовали нам по уровню. Морозные слаймы, 7 уровень, нормально, в принципе, пойдет. О, как больно бьет на самом деле. Все, добили одного. Слизь слайма появилась. Давайте мы ее заберем. А что это такое? Это, видимо, лед, который они заморозили. Так, опыт странника получаем. Что-то нежирный сундук. За 7 уровня там мобов могли бы что-то побольше дать. Блин, они успели уйти из-за того, что, видимо, я пошел к ним. Ну ладно. Так, где я? Куда я залез вообще? Тут, кстати, уточки еще есть. Я хочу, наверное, активировать еще пару точек телепортации, чтобы потом было нам проще. И вот эти вот все сундуки, конечно, найти будет крайне сложно на локации. О, тут что-то растет, можно это взять. Давайте возьмем. Львиный зев. Так, ну эта точка не наша, это типа квест дальше находится, чем точка телепортации. Побережье Сокола, окей. Ой, я вижу, там награда есть. Ага, она не может на большом расстоянии стрелять. А тут нету автоматического захвата цели или типа того? Вроде бы есть. Нифига себе, что он умеет. А это вообще законно? Это маг какой-то. И он не дает мне пройти. Какого черта меня станет что-то? Так, аккуратно. А теперь... А, он несколько навыков кастует. Вот скотина, а. Я не могу выбежать из этой фигни. Так, надо разобраться вот с этим самым мерзким типом. Немножко урона я получил, но это, в принципе, не страшно. Из них что-то сыпется. Прочный наконечник стрелы. Свиток божественной магии.
Есть какой-то сундучок, давайте мы его... я могу готовить еще здесь. Так, у нас мастерство 5 из 5 на этой штуке, а вот здесь не 5 из 5. Здесь можно и попробовать приготовить еще. Идеально. Подтвердить еще раз. Готово, идеально. Надо еще мясо найти какого-нибудь. А какое мясо используется для стейков? Обычное мясо, то есть надо всяких кабанов ловить и прочую дичь. Так, здесь у нас может быть что-то полезное. Так, сундук еще надо открыть, не забыть. Платок целителя, цветок, учение о свободе, опыт искателя приключений. Прикольно. Здесь ничего нету, а вот эти руду, я думаю, можно как-то собрать. Я вижу, что это какие-то молниеносные кристаллы, они меня бьют. Ага, они добываются с помощью огня, замечательно. Теперь мы можем забрать электрокристаллы. Хотя, возможно, их можно добывать с помощью какой-то любой техники. Че это за хрень летает? Это какие-то слаймы, которые вроде бы не опасные, но они создают ветер при уничтожении. Ну ладно, окей, типа. Это что такое? Это ее навык какой-то особый, окей. Плюс у нее есть ульта, которая пока не заряжена, и у меня тоже. Но как я понимаю... О, мята, подождите. Мяту надо взять. Наверняка из нее можно будет потом что-то готовить. Так, еще ягодки есть, их тоже можно собрать, в принципе. Так, забираем ягоды. Жалко, нету какой-то кнопки подобрать все на андроиде. Вот для ПК, я думаю, такая кнопка имеется. Так, давайте заберемся здесь, наверх. Так, я смогу вообще по этой стене ответственной забраться? Да, вполне, она невысокая. Так, залезаем сюда. И точка у нас находится где-то повыше. То есть надо залезть на эту фигню. Так, у нас некоторые проблемы могли бы быть, если бы мне не хватило сейчас стамины. Но у нас есть точка телепортации, еще здесь есть сундук, надо его открыть. Главное, чтобы сейчас ничего не упало на землю, чтобы нам не пришлось спускаться за этим, за всем. Я вижу, там есть сундук. И так как рядом с ним красное что-то, скорее всего... Скорее всего, сундук охраняется кем-то. Хм. Это похоже на пироэлемент. То есть, вполне возможно, если я зажгу факел, что-то произойдет. Ну, типа, я зажег факел, и что дальше? Непонятно. Но зато я нашел еще ягодки. Что это такое растет? Я первый раз тут вижу штуку. А, это просто этот. Ну вы поняли, да? О, я зато я нашел сундук. Нормально. Так, еще какие-то камешки всякие разные. Для улучшения и прочего. Че это за птичка? Че она мне скажет? Птичка-невеличка, ты куда испарилась? Так, я не могу как-то не использовать магию ветра. О, а вот и мобы появились. А чё так долго? Блин, они жирные. Давайте используем магию ветра. У огня, видимо, иммунитет к магии ветра. Ну, понятно, потому что огонь сильнее ветра, как бы. У нас, кстати, ульта готова. И здесь, по-моему, еще один слайм был, разве нет?
А, это вообще была битва вот за этот сундук, который просто появился из ниоткуда? Окей, я понял вас. Очень тупой меч, все дела. Так, я все взял. Еще, кстати, из этих чуваков что-то выпало. Надо бы тоже собрать, и да, это слизь. А, я вижу, вижу еще один факел. Блин, как же неудобно на андроиде, просто палец за экран уже улетает, и ты не можешь выстрелить нормально. Трава-светяшка какая-то непонятная. А как мне... А, еще есть факел, вижу. Так, я уже 3 факела зажег. Но, видимо, их здесь больше. Трава-светяшка еще есть. А что это там у нас наверху лежит? Это тоже сундук? Можно его открыть и посмотреть, что внутри. Не очень мне нравится, конечно, что здесь выпадает все из сундуков, потому что это может упасть куда-нибудь вниз. Так, я вижу, там есть еще какой-то лут. Подождите, здесь кристалл какой-то активизировался. Так, эта фигня не работает. Может, сработает пирострела? Да вроде нет. Я вижу еще один факел, он где-то наверху стоял. Да блин. Зажег вроде, да? Или нет, подождите. Нет, я не зажег его, надо лезть наверх. И, кстати, хотелось бы еще подхилиться немного, потому что что-то у меня здоровья не очень много. Надо бы хилки использовать. Так, здоровье. Чем мы можем подхилиться? 300 хп. Ну вот я хочу, наверное, этими штуками хиляться, потому что их у меня много. А, и вообще достаточно будет 2 штук. Окей. Так, подхилиться мы подхилились. Теперь давайте... Запрыгнем на эту фигню. Опача, готово. Нет, подождите, это что-то другое. Это точка телепортации, да, я думал, это факел. Я чувствую, я должен все факелы зажечь, чтобы что-то произошло. Ну, то есть, чтобы нам дали возможность открыть эту штуку. Я вижу еще птичку, кстати. Видел, точнее, она куда-то испарилась. А, факел был здесь. Не, подождите, я только что сюда заползал. Так, аккуратненько спускаемся. Да, мы вроде сюда только что с вами заползли. Там, типа, находится точка телепортации. Или нет? Вроде да. И нам нужно найти последний факел. Ну, скорее всего, последний. Возможно, и не последний. Но мне кажется, этот факел должен быть где-то не за... Не дальше вот, чем эти ворота. Я, кстати, вижу там это статую Архонта. Блин, я хочу этот сундук, но мне нужно найти факел. Но мне кажется, что я как будто бы все факелы уже этого уничтожил. Подождите-ка, я вижу еще один факел наверху. От
Отлично, еще один зажжен. О, все, наконец-то, с сундука спало это проклятие, или как это называется. Богатый сундук, теперь мы можем забрать вещи. О, копье халявное, превосходное, серебро какое-то, бла-бла-бла. И, кстати, еще хотел я посмотреть, что там у нас по тринке, там артефакты есть. Давайте сначала с этим пацаном разберемся. Давай сюда силу атаки и 4.2, либо крит урон. Нет, давай силу атаки. А, нет, улучшать мы ничего не будем, мы должны просто его одеть. Надеть. И еще у нас есть тринкет. А, так, хп 258, но это одинаковые предметы, поэтому делаем так. А, затем переходим к этой барышне и ей тоже одеваем пару новых предметов. Так, надеваем эту штуку. И надеваем эту штуку. У нас есть еще какой-то... Получаем лечение. Кстати, вот здесь вот комбиция. 20 хп. Использование взрыва стихии. Неплохо. Так, на ней надета эта штука. Но это будет получше, наверное, да? Перо, поэтому можно сменить это перо. Так, на ней эта штука. Еще кувшины есть какие-то. Ну, кувшин давайте мы более крутой поставим. Хотя здесь наверняка стоит комбить, опять же, это все. Так, здесь на ней надет эта штука. И вот здесь надо бы, наверное, все-таки... Да, ей больше, наверное, вот этот предмет подходит. Поэтому нажимаем «Сменить», да. Меняем часы. Затем идем к Никакею и одеваем на него артефакт, получается, вот эти вот. Потому что, по сути, защита, это очень неплохо для него будет. Он все-таки ближний бой боец. Так, ладно, мы, короче, здесь залутались. Теперь нам надо посмотреть, где у нас находится еще одна точка. Давайте откроем карту. Где-то наверху, я понял вас. И там еще лагерь какой-то есть, надо бы его тоже залутать. Ага, храм тысячи ветров. Что-то интересное. Привет, пацаны, как вам такой прикол? Так, двоих убили. Нифига себе! Маги могут сражаться в ближнем бою. Все, отваливаешься, братан. Разбитую маску приобрели. А, он еще жив. Так, и еще свиток божественной воли, отлично. Да, здесь какой-то сундук, видимо, был. Я его сразу не заприметил, но хорошо, что на мини-карта подсказывает, где он находится. Где-то в руинах. Богатый сундук, давай сюда. Опыт приключений, еще одно перо. Понял, принял, забрал. Там какая-то есть это... Ну, нам туда надо, это точка квеста. А мне бы хотелось еще поизучать руины. Блин, почему здесь нарисовано, что типа храм есть, но при этом... Давайте запустим вихрь. Он не особо сильно их дамажит, кстати. Хотя одного чувака он вывел из поля боя. Из равновесия, скажем так. Так, а зачем я их убивал? Из них ничего не выпало, хотя опыт. Опыт это хорошо. Там вон еще чуваки есть. И давайте потестируем суперспособность Эмбер. Нифига себе, они уже 12 уровней. Пацаны, держите. О, смотрите, рассеивание. Видимо, как-то смешалось это с... Ну, точнее, как-то элементы взаимодействуют друг с другом. Ну да, чуваки уже пожирнее явно будут. На тебе тогда магия ветра.
Так, мне кажется, из него что-то выпало. Ладно, потом посмотрим, нам надо еще одно с одним разобраться. До свидания. Подождите, это не опасный слайм? Это вроде противник. Разве нет? А, он взрывается и наносит урон. Понял, принял. Разбитая маска еще одна. Замечательно. Блин, почему этот храм Тысячи Ветров не подсвечен на карте? Это не очень удобно сделано. А здесь у нас находится какое-то озерцо, как я понимаю. И там я вижу мага. Скорее всего, это будет какой-то типа босс локации. И, скорее всего, его уровень будет еще выше. Да, 13 уровень уже. Блин, он льдом стреляет, а подо мной вода. Это не очень хорошо, наверное. Рассеивание. Непонятно чего. Так, нас заморозили. Ага, нужно нажимать эту кнопочку, чтобы разморозиться. Так, не ломай сундук, пожалуйста. Ой, это хорошо, это ты молодец сделал, мне это нравится. Так, атакуй эту штуку, пожалуйста, братан. Как я понимаю, это типа приманка, да, которая заставляет противника атаковать ее. Проверим, как тебе нравится. Да, тайни есть. Все, лошара лишился своего щита, и теперь мы можем его попытаться забить нашими атаками. Опача, держи тебе такой удар. Все, добили, получается, да? Мини-босс повержен, из него, кстати, ветви артерии земли и книжка выпала. Прикольно. Карманный гримуар, тетрадь с конспектами, бла-бла-бла, я понял вас. Так, открываем богатый сундук, смотрим, что внутри. А опыт искателя приключений, перо, карманные часы целителя, окей. И здесь аномокул есть, кстати. Я думаю, где-то на этой, типа башне или что это такое. Давайте восстановим немного стамины. Офигенно. Благо вода была, и она смягчила немножко мое падение. То есть вот здесь я могу постоять, но дальше я не могу стоять уже. Дальше мне придется как бы... лезть до Талова. Неужели здесь ты не можешь постоять, чувак? Нет, может, спокойно, окей. Хорошо. Восстанавливаем стамину и ползем еще выше. Так, здесь можно опять же восстановить стамину. Так, и анимокул у нас находится где-то неподалеку. Внимательно смотрим. Так, видимо, он еще выше. Но я его не вижу. Но он точно где-то здесь. Ага, вижу, вижу, все нашел. Плюс анимокул, зашибись. Так, есть здесь что-то еще интересное? Там сундуки, может, на развалинах? Но я вроде ничего такого не вижу. Хм, нет, вроде больше ничего нету. Вроде мы взяли анимокул, и больше здесь ничего интересного. Так, и нам нужно парить сейчас с вами, знаете, куда? Вот в ту... точку. Но я бы хотел еще в деревню вот заскочить, или не деревня, я не знаю, что это такое. В общем, заскочить еще вот на... вот сюда, посмотреть, что здесь есть. Так, подождите, там ягода где-то лежала. Ага, вижу ягоды, забираем их.
И здесь у нас есть пацаны. Опача, я здесь здорово! Добиваем, собственно, этого парнишу. О, нифига себе, с него лута насыпало. Эти чуваки меня пока не заметили, но вот сейчас заметили. И давайте мы сделаем вот так. Наслаждайтесь, парни. Нифига себе урона, конечно, летит. Урона просто дичь. Даже мага почти убил. Так, у нас здесь осталось еще пара лучников. Сейчас мы от них быстренько избавимся. Это долбанный огонь. А что за элементальная реакция? Че эта штука висит? Постоянный эффект крио, перегрузка, аномограммы. О, господи Иисусе. Я понял. Так, давайте заберем сундук, который здесь у нас есть. Богатый сундук. Часы приключения, опыт искателя приключений, понял, принял. И сейчас нам надо наоборот забираться уже наверх, получается. Не знаю, смогу ли я по таким скалам вскарабкаться. Они вроде достаточно высокие. Но я постараюсь, по крайней мере. Ой, я случайно сундук нашел, окей. Копье есть какое-то непонятное. Ну, запрыгивай, запрыгивай на скалы. Ага, он с них падает почему-то. Чувствую, я здесь рывок лучше не использовать. Он очень много стамины тратит. А нам может стамины просто не хватить для того, чтобы забраться на эту гору. Хотя, вроде бы хватает. Нет, нифига не хватает. Блин, у нас может не хватить, чтобы забраться наверх. И можем сейчас героя потерять, потому что пойдем с большой высоты. Так, давайте рывком залезаем наверх. План капкан, короче. И здесь у нас есть точка телепортации. Можем сейчас ее с вами активировать и потом быстрее добраться до сюда. Точка телепортации активируется. Получаем 5 каких-то фрагментов. Замечательно. Я бы хотел сейчас посмотреть, что у нас здесь находится. Благословение. Нужно 22 уровень. Понял, принял. Здесь у нас... Так, можно убрать эту штуку? Я вижу еще 2 точки, кстати, телепортации. Которые тоже можно, в принципе, открыть здесь. Но тут и внизу есть, как бы, поэтому я не знаю, стоит ли мне сейчас сюда идти. Может быть, мне по квесту все-таки двигаться. Давайте мы будем двигаться по квесту, иногда будем лутаться в том числе. А сейчас пока пойдем дальше по квестам. Правда, хотелось бы еще, знаете, к статуе Архонта как-то переместиться. Это у нас храм Сокола, это статуя НМ Архонта. А это тоже статуя НМ Архонта или нет? Да, давайте переместимся сюда и посмотрим, можем ли мы с вами этой статуе еще дать очков. То есть аномокулов наших. И, возможно, как-то ее прокачать. Потому что там я вроде уже был, но еще не пробовал улучшать ту статую. Тогда у меня не было просто такой возможности. Ну, либо я не обратил на это внимания. Так или иначе, как бы одно и то же. Так, статуя есть, и мы, как бы понимаем, можем ее прокачать. Поклониться статуе. Так, выносливость, опыт приключений 5. Нет, смотрите, тут получается идет по... Давайте 2 дадим для начала. Подтвердить. О, выносливость повышается при каждом грейде, это замечательно. Как я понимаю, здесь для всех статуй одно улучшение. Потому что в прошлый раз я другой статуи давал. Так, дать 3, но мне нужно 4, мне пока не подходит эта тема. Так, и надо бы еще
Я вижу там какой-то ветерок вдалеке. Вон, видите, там какая-то штука есть. Здесь слаймик первого уровня бегает. Ну, давайте мы избавим его от бренности бытия. И меня интересует, что там лежит. Вот это что такое? Птичка, она нас наверняка куда-то приведет. Веди меня, птичка. Так, хорошо. Идем за птичкой, она обязательно нас куда-то... Серьезно, ты меня на дерево зовешь? Так, типа я здесь, окей, чуть дальше. Птичка. Ага, ведет меня наверх. Я тебя понял. Чуть далековато, конечно, эта птичка улетает куда-то. Так, и она меня привела к какой-то непонятной штуке. Даже так? Ну, спасибо. Халявный лут никогда не бывает лишним. О, мне нужны сейчас эти штуки. Кабаны, в смысле. Мне нужно мясо просто. Мясо мне нужно просто изготовить максимальный уровень, чтобы получить в готовке. А я чего, второго тоже попал? Не, не попал, он просто испарился. Собираем закатники, которые растут на деревьях. Это какой-то противник непонятный мне. А, это земляной слайм. Но он из себя ничего в виде угрозы не представляет. Так, и слизь слайма мне понадобится, чтобы крафтить потом штуки в городе. Поэтому слаймиков мы с вами будем по максимуму убивать. Было бы неплохо заполучить еще один анимокул, на самом деле. О, еще слизь слайма можно добыть с этих слаймиков. Ну да, конечно, они взрываются. Блин, меня еще вроде бы подожгло. Это пламя. Так, собираем закатники. Так, и зачем я иду пешком? Зачем я иду пешком? Я же могу просто переместиться. Хотя, возможно, на утесе есть еще анимокулы. Было бы неплохо их заполучить, но я, наверное, пойду сразу сюда. Не-не-не, зачем ты метку создал? Метка. Удалить. Телепортироваться, переместиться. Окей. Есть, кстати, на карте везде помеченные анимокулы, поэтому стоит как бы... озаботиться этим. То есть в интернете есть информация о находящихся везде анимокулах. И поэтому надо будет это все посмотреть потом как-нибудь, когда я уже буду более, знаете, прохаванный в игре. Так, секунду, здесь есть слаймы какие-то электрические, причем они высоких уровней. Так, закидываем ульту. Минус 2 слайма сразу. Добиваем еще парочку и собираем лут. Слизь слайма здесь, а из второго ничего не выпало, да? Ну, из третьего. Полетели. Нам надо двигаться куда-то в том направлении. Как раз-таки к столбу света.
Блин, залипательная игрушка, я вам так скажу. Да давай уже, вставай. Интересно, можно как-то ускоряться в полете? Было бы неплохо, на самом деле. Так, проверю запись. Так, все вроде бы чики-пики, поэтому погнали дальше. Ой, я грибок вижу. Возьмем. Муцутака, это вот как раз грибы, которые выпадают из деревьев. Ну, у меня они выпадали из деревьев. Так, секунду. Да блин, что-то упал. Давай закарабкивайся, нам нужны эти яйца. Халявные яйца никогда не будут лишними. О, там какие-то цветы. Они, кстати, не выглядят дружелюбными. Вокруг них что-то загорается постоянно. Ага, их просто так не соберешь. Нужен, видимо, огненный герой, потому что цветы огненные. Не-а. Это не работает. Магия ветра тоже их не собрать, но окей. Так, это другой же чувак, давайте с ним поговорим. Кея, здорово. А вот и ты. Подойди поближе, ты чувствуешь этот запах? Пахнет горелыми слаймами. Этот храм выглядит не таким уж и заброшенным. Там должно быть слаймы, или чурлы, или что-то, что подпитывает дракона. О да, там должно быть весело. Там опасно? Вряд ли, скорее весело, чем опасно. Жаль, что храм Волка Севера находится в таком состоянии. Пойдем, Никакей. Уже давно никто не делает подношения к родителям Четырех Ветров, но ветра по-прежнему с нами. Сейчас настало время навести порядок храма Хранителей Четырех Ветров. Окей. А, я могу еще с тобой поговорить? Из нас получится... Ну, наверное, не знаю. Ты со мной будешь, что ли, сражаться, чувак? Заходим в храм. В принципе. Рекомендуемый уровень отряда, бла-бла-бла. Одиночное испытание, поехали. Я могу кого-нибудь? Нет, у меня никого нету, поэтому начинаем. При взаимодействии электро- и гидроэлементов накладывает статус заряженный. Это состояние носит продолжительный электроурон. Ну, понятное дело. Типа можно будет, если, допустим, противники в воде, фигачить ее электрическим разрядом, и их будет жарить. Молния. Неплохая тема. Текс. Чё ты хотел мне сказать? Позволь показать тебе, как действует Орда Фавониус. Ну давай, показывай. А, даже так, неплохо. Чё это такое? Это какой-то ледяной луч, окей, я понял вас. Если не ошибаюсь, выход из храма должен быть вон там. Окей, как скажешь. Так, подождите, прежде чем идти сюда... Так, ворота уже активированы. Вот что тут париться? Погнали сразу, враги могут намокнуть, навыки замораживают мокрых гидропротивников. У меня нету, к сожалению, навыков. Замораживаем. Ага, это еще и накладывает типа на воду заморозку. Нифига себе, он телепортируется, классно. Он телепортируется к ближайшему врагу, нифига себе клевый чувак на самом деле. Это вот то, чего не хватает главному герою, на самом деле. Телепортации. Морковочка, редисочка. Сейчас мы все ящики с вами залутаем. А, здесь сундук запрятан. Ну как запрятан? Его издалека было видно. Давай, прошу прощения. Так, и вот еще один сундучок у нас есть. Берем редис с собой. Замечательно.
Ага, наверх уже никак не залезть, я понял. Здесь вроде ничего такого нету, поэтому двигаем дальше. Да и там наверху вроде ничего не было. Активируем портал возрождения. Огнемет может пускать огонь благодаря своим энергетическим. Используйте крио-навыки. Окей, я понял. Так, это не работает. Нужно, видимо, прямо в сам огнемет выстрелить. Давайте попробуем. Да, это работает. Реально. Ну что-то слаймы какие-то ватные, конечно. Вот именно эти, они даже особо не атакуют меня. Замораживаем еще один огнемет. Здесь должны быть какие-то, да, столбы ветра. Наконец-то мы здесь, окей. Взлетаем наверх. Заодно посмотрим, есть ли, возможно, здесь какие-то сундуки. Да вроде я ничего такого не видел. Еще одни врата возрождения активированы. Так, отпираем дверь. Смотрим, что за ней. О, огненные слаймы. Кстати, у меня лед есть. Голубой камень в центре комнаты, гидроинтарь. Понятно, понял, принял. Телепортируемся сзади. Так, мне не нравится этот взрыв. Замораживаем. Нифига себе, он ваншотает их. Еще гидрокамень мы с вами уничтожили. Так, забираем награды. Я не буду читать диалоги, которые идут не в основном сюжете, а просто как эти замечания. Я уже говорил в какой-то серии об этом, просто я не успеваю их заметить, когда он говорит. Блин, а чё ничего нету в ящиках? Так, я хотел гидрокамень, кстати, разрушить. А, он типа намокание только кастует. Окей, я понял. Типа можно использовать... И скорее всего он сейчас снова появится, потому что я его один раз уже разрушал. И он вроде бы еще раз появился. О, нет, прыжковые упражнения. Ага. Но он наполнен водой, поэтому я могу использовать гидронавыки и... спокойно перейти. Отлично. Так, забираем сундуки, луки охотника и прочий мусор. Опача, перепрыгиваем. Красота. Активируем еще одни врата возрождения. Нас учат сражаться за этого героя, только вот зачем? Непонятно. Это ж просто камень светящийся, да? Его не надо там никуда залезать, чтобы его взять. Там, как я понимаю, мы уже с вами были. Или нет, подождите, я вижу там сундук. А, это огнемет замороженный, понял. Не, мы там были. Я просто думал, что это сундук, а это огнемет замороженный, окей. Так, заходим, видимо, в последнюю комнату, но это выглядит как последняя комната, хотя за ней еще дверь есть. Ужас, Бури получает свою силу из этой штуковины. Да, это последняя фигня, и, скорее всего, сейчас появятся враги. Все, мы разрушаем последний камень, и враги, по-моему, не появились. Браво! Кто бы мог подумать, что ты такой хороший боец, наблюдать за тобой в храме было сплошное удовольствие. Я что-то там сказал не за... случайно. Ха-ха, скромность достойная, рыцаря. Спасенный Манштадт будет слагать легенды о твоих подвигах. Если у тебя найдется время, найди меня в штабе Орда Фавониус. Или мы можем встретиться в одной отличной таверне.
Так, как я понимаю, нас автоматически телепортируют, или нам придется отметить твои успехи? Что скажешь? Еще раз успешно ускользнули из лап дракона. Об остальном я позабочусь сам, вы можете быть свободны. А можно я еще разломаю? Мы пойдем тогда. Удачи. Хиличурлы с их жалкими интеллектуальными способностями никогда в жизни не смогли бы устроить такую засаду. О! Ну что, давай сразимся, парень? Или это вас... Ты все это организовал? Кохуски совопха! О! Здорово! Я тебя давно не видел. Это же этот, как его зовут? Блин, забыл, как его зовут, вот реально не помню. Но я его знаю, этот рыцарь Ордов Авониус, как обычно, сами не справля... Чё? Твое присутствие делает все намного более интересным. Я пальцем заслонил последнее слово, поэтому не успел прочитать его. Так, окей. Типа нас телепортируют, видимо, автоматически дальше. А, так, значит, с этой барышней мы выполнили задание. Нам нужно закрыть 3 из 4 врат. А, мы закрыли двое. Остались еще одни. Скорее всего, сейчас будет библиотекарь. А потом, возможно, мечница вот та, на 4-х вратах. Но мне кажется, это не обязательное условие. Скорее всего, она не будет использоваться. Все-таки это босс. Вряд ли нам дадут поиграть за босса. А за Эмбер мы с вами поиграли в первой локации. Сейчас мы поиграли с вами за вот этого чувака. Скорее всего, за библиотекаря. Библиотекаря будет следующая, она, скорее всего, молнией атакует, и последний будет противник, получается, ну, я не думаю, что в 4-й врата можно пойти реально, если честно. Так, новое письмо у нас выполнило. О, еще и уровень, замечательно. Давайте перейдем в инвентарь. И меч путешественника получил какой-то новый, крутой, давайте посмотрим, что за оружие. Ну, по-моему, он 2 звезд, а нет, он 3 звезд. Он защиту дает. И вот этот меч мне нравится на самом деле больше. У него, конечно, нету критов, но он сам по себе вроде неплохой. И у нас появился новый герой. Офигенно. Давай сразу тогда на него экипируем всякие штуки. Так, во-первых, есть перо на 3. Надо, кстати, его экипировать на своего основного героя, наверное, все-таки. Так, здесь у нас есть еще, получается, новые 2 амулета. ХП 4,2 и 5,2%. Ну, вот это получше будет. Так, ну здесь фигня. Жалко, я не могу... О, комплекты можно активировать. Целитель, искатель, приключения, ученый. То есть мы можем еще и комплектами пользоваться. Так, давайте мы еще оденем артефакты на Эмбер. Так, новая единичка, но это не интересует меня особо. Здесь можно взять... Не, у меня уже стоит. Здесь можно взять 4,7, допустим, процента, да? Правда, она не дает никаких бонусов. Надо это комбить каким-то образом. Но ей больше силы атаки, мне кажется, подойдет, чем другой навык. Так, здесь все. И на последнего чувака мы активируем сейчас оставшиеся предметы. Так, надеваем эту шнягу. Надеваем эту шнягу. 2 уже, получается, предмет на исцеление. И одеваем, собственно, еще и дерьмовый цветок. Как я понимаю, предметы тоже можно прокачивать. И нам сейчас, скорее всего, надо будет двигаться к следующим вратам. Давайте по карте посмотрим, где это находится. Можем ли мы туда переместиться как можно быстрее. Да, могу. Я могу к Анемокулу пойти, к примеру. Точнее, к статуе архонтов, а могу сюда сначала пойти. Наверное, сюда сначала пойду. А потом уже пробежимся с вами, получается, до последнего данжа. Ну или до 3-го из 4-х. Я не знаю, дадут ли нам поиграть за барышню типа главы гильдии, которая тоже пошла, видимо, разбираться с всей этой дичью. Блин, хотелось бы, конечно, поговорить с ними там, но, блин, не повезло мне с этим. Так, ладно, нам нужно двигать куда-то сюда. Так, разбиться нам явно не надо, поэтому...
полетели. Ага, то есть если я использую атаку, он по-любому приземляется. Понял, принял. Я, кстати, где-то руду еще хотел взять, но забыл. Я где-то видел руду, но я потерял с ней связь, скажем так. Эффект намокания на нас есть некоторый. В воде не могу, кстати, быстро бегать. Хм. Но если я, допустим, забегу в саму воду... А нет, я могу быстро бегать. А почему я не мог в той воде бегать? Странно. Ну ладно, окей. Да, конечно, сюда забраться будет весьма проблематично. Долина ветров. Только не говорите... Ой, как подлагивать начало. Только не говорите, что мне нужно забраться вот на эту огромную отвесную скалу. Можно я как-то, не знаю, тут как-то более легким путем сделаю это? О, тут есть эта штука, которая позволит нам попарить. Так, я понял вас. Серьезно, меня что-то убило? Явно не стоило спускаться внутрь. Да блин, эта фигня летает. Ты можешь как-то на нее переключить свой лук? Долбаные летающие слаймы. До свидания. А, вот теперь она активизировалась. Только сейчас, да, получается? Ну, окей. А до этого, видимо, она была неактивной. Так, подожди, я спущусь сюда и заберу слизь всякую разную. Но как меня заваншотило и что меня вообще убило? Давайте мы отхилим нашего героя. У нас, по-моему, есть предметы на возрождение. Нет, это не здесь находится, это нужно нажать инвентарь, а не персонажа портрет. И мы можем, собственно, воскресить сейчас кого-то. Так, воскрешение, воскрешение. Восстанавливает 30 хп, восстанавливает 28 хп. Что-то тут может воскрешать. Наверняка это как-то вот, наверное, вот это, да, воскрешает персонажа и дает ему 150, 100. Уменьшает потребление энергии. Ну, давай используем яйцо, подтвердить. И теперь уже отхилим его, допустим, 300 хп, 300 хп. Ну, давай яблоками. Яблоками его накормим сейчас. Давай как-нибудь вот так. Все, но он переел, кстати. Ну, окей, ладно, не страшно, в принципе. Это какой-то огненный чувак. Вполне возможно, стоит его заморозить. Ну, блин, ты не туда ударил. Этот герой у нас, кстати, достаточно низкого уровня, и урон у него очень маленький. Полетел. Сбылась у человека мечта. Полетел. Так, до свидания. Так, подожди, подожди. Тут у нас еще один остался. Замораживаем, ну и начинаем его забивать просто в углу. В стене, грубо говоря. О, разбитая маску получили, зашибись. Так, можно мне этого героя? У него наверняка побольше урон по камням этим будет. Эту руду нам надо собирать, чтобы крафтить кристаллы для повышения уровня оружия. То есть для его... модернизации, скажем так, или типа того. Блин, там сундук еще остался, надо бы сейчас вернуться за ним. Соберу только руду и прочий хлам. Мята.
Я вижу, кстати, издалека еще точку этого. Телепортация или что-то вроде того. Так, давайте заберемся наверх, возьмем сундучок, который мы активировали. Что это такое? Разбитая маска. Надо бы взять. Открываем богатый сундук. Теперь я хотел бы этого чувака повысить ему уровень. У него всего второй уровень, поэтому давайте используем карточки повышения опыта. Блин, что так дорого это все стоит? Давай все. Новый уровень есть, 19-й, и обычными догоняемся. Все, максимальный уровень опыта, 20-й уровень. Также надо ему сейчас оружие дать нормальное. Потому что, как я понимаю, здесь стоит у него говнище меч. Да, меч говна. Меняем ему на нормальный меч. Он, кстати, даст ему защиту. Это, кстати, неплохо. Возможно, для основного дамагера у нас будет, типа, крутая штука, а здесь будет говномеч. Дальше мы возьмем с вами мечи. Всякие разные. Но я думаю, оружие первого уровня мне особо не будет нужно, поэтому улучшаем таким образом сначала. 6-й уровень есть, подтвердить. И теперь закидываем еще первого уровня говна. Также я бы хотел, наверное... Хотя мне, наверное, можно будет улучшить эти луки с помощью... потом этого. Так, улучшаем, короче, еще меч. Подтвердить. И еще надо улучшить, только теперь мы используем с вами кристаллы. Угу. А можно как-то отбавить? Да, можно убрать один и, допустим, маленькими догнать уже оставшиеся уровни. 125 опыта будет потеряно, вообще не проблема, как бы. Теперь у нас есть более-менее оружие какое-то. И надо посмотреть, у барышни у меня лук максимального уровня. Возвысить, пробудить, нужно идентичное оружие. Ну, не, вроде у нее говно. Появилось что-то новое, кстати, в озвучке. Ну, это мне особо не интересно, я не буду это смотреть, как бы. Это целую вечность займет. Есть какой-то криокамень. Он настыкивает эффект мокрый. Окей. Это, видимо, для того, чтобы проще с ними было справиться, я могу еще поготовить. Давайте немножко поготовим. Может быть, что-то есть. А, даже так. Ну, давай попробуем. Готово, теперь можно приготовить что-нибудь. Питательная какая-то фигня, мастерство 0 из 10, и здесь требуется куча всего. Ну давай приготовим, я думаю, эта штука полезная. Ну, то есть крутая. Идеально, отлично. Давайте еще что-нибудь приготовим. Так, мастерство 5 из 5, 5 из 5, 3 из 5. Вот это мне надо еще приготовить обязательно. Готово, идеально. Еще один раз приготовлю и смогу потом гораздо легче все готовить. Мастерство 1 из 10. Цыпленок. Ну давай приготовим, мы один из них можем приготовить. Одно блюдо. Готово. Так, ну остальное мы вроде все уже умеем готовить. А нет, овощной суп я еще не умею готовить. Но я сейчас научусь его готовить на максимум. Отлично. Ну, если, конечно, не навафлю сейчас с готовкой где-нибудь, в каком-нибудь моменте. Идеально. Идеально. Ну и последний уровень мастерства делаем. И можем теперь... Все, у нас максимальный уровень мастерства. Теперь мы можем готовить, короче, быструю готовку. Изи. Так, что еще я могу приготовить? Яичница у нас максимального, но остальное я не вижу смысла особо готовить. Хотя можно вот, допустим, быструю готовку использовать и приготовить сразу 5 порций еды. Подтвердить, назад. Яичницу будем готовить? Я думаю, нет, у нас яиц не очень много. Я также могу перемолоть муку. И у меня завершено уже несколько штук, зашибись. Но из муки я не могу особо что-то готовить пока что. Я, наверное, не буду пока крафтить еще муку. Мало ли, пшеница для чего-то другого потребуется. А сейчас мы с вами воспарим и попробуем что-нибудь изучить.
Вижу сундук, поэтому мы спустимся к нему. Еще я вижу, здесь руда какая-то есть. Так, аккуратно бы ее забрать, чтобы она не улетела вниз. А еще хотел бы открыть обычный сундук, посмотреть, что в нем. Есть камни усиления, вообще нифига себе обычные, в нем дофига крутых вещей. Так, не лезь, пожалуйста, на дерево, я тебя не просил об этом. Если вы думаете, я не заметил анимокул, нет, я его заметил. Я просто хочу сначала здесь залутать все, а потом уже двинуть к анимокулу. Так, мясо птицы, обычная руда, бла-бла-бла. Нам надо... О, нашел. Забираем еще один кусок руды, из-за этого можно крафтить камешки, которые я вам уже показывал. Мы их даже крафтили с вами вроде бы. И анимокул у нас находится, как я понимаю, наверху вот этого воздуховода. Так что нам надо просто воспарить на максимально высокое место и забрать этот анимокул. Вроде взял, да? Нет, нифига не берется. А нет, взял, окей. Нифига себе, тут, конечно, высоковато. Я вижу еще вон там куски руды. Ну, давайте мы сначала зайдем сюда. Я не знаю, огненные ли это элементы. То есть, вот эти статуи. Вполне возможно, это может быть лед. О, нет, начинается. Уже, это молния, скорее всего. Давайте мы попробуем чисто ради эксперимента использовать разные элементы. Так, может быть, Кея может с помощью льда что-то сделать? Не, нифига подобного. Встретить у ворот в храм. Блин, а тут нету нигде какой-нибудь точки, знаете, телепортации или что-то в этом духе? Не, это не точка телепортации. Мы можем сейчас, знаете, что сделать? Мы можем переместиться к вот сюда. Блин, мне, правда, потом придется обратно идти. Но и мне нужно вославить анимархонтов и прокачать себе выносливость. Это очень полезный навык. Поэтому сейчас последний анимокул мы нашли. Мы можем закинуть его сюда. А затем уже будем заканчивать. Пока что на этом. В принципе, мы немного побегали по миру, поубивали мобов, зачистили пару данжей. А следующий данж мы уже пройдем, получается, в следующей серии. Потому что как только у меня разряжается телефон ниже 20%, игра начинает безбожно лагать. Как вы заметили, я думаю. А разряжается он достаточно быстро. То есть, что там, полтора часа игры и все как бы. А в игру, кстати, очень сложно зайти. Она очень долго запускается. Ну, то есть не запускается долго, просто она не запускается с первого раза. Приходится иногда по 10, иногда даже по 15, по 20 раз пытаться ее запустить, и только тогда она запускается. Скорее всего, это проблема в соединении. То есть, что там, типа, через VPN все работает. Так, мы здесь появились. Все, нам дали управление. Давайте вославим статую и будем заканчивать. Статуя семи архонтов, сюда, пожалуйста. И, как я понимаю, рядом с этими статуями можно также лечиться. Давайте мы пока что сделаем следующее, поклонимся статуе. И добавим еще 4 анимокула на, получается, дать все. И получим еще один уровень статуи. 114 до 122 повышено, замечательно. Выносливость качается потихоньку, но достаточно медленно. Да, я понял. Можно это пропустить? О, я вижу там птички и еще всякая дичь. Наверняка можно будет найти всякие полезные ресурсы.
Блин, тут еще изучать и изучать надо все на самом деле. Но, блин, с такими лагами, конечно, я, наверное, не буду этим сейчас заниматься. Хотя было бы неплохо, если бы эта птичка мне что-то показала. Куда она ли полетела? Там какие-то, кстати, есть эти ветерки. А, это гуси. А могу я гусей, кстати, убить, допустим, за Эмбер? Я убил его или нет? Так, он теперь, в принципе, не может двигаться. О, убил. Отлично. Из него перья получили мясо? Мясо. Окей, давайте возьмем. Мясо птицы, это хорошо. Ладно, все, я не буду с такими лагами сейчас играть, конечно. Это надо зарядить сначала телефон, а потом уже можно будет поиграть еще. Ну, я думаю, на сегодня я тогда пока закончу. Дальше уже пойдем дальше по квесту и будем исследовать окружающий мир. А на этом тогда я буду с вами прощаться. Надо только посмотреть, что у нас есть еще в почтовом ящике, прежде чем закончить. Так, а персонажи? Ну, это понятно, как бы это не особо интересно. Я хотел посмотреть, что там у меня по почтовым ящикам, достижениям и так далее. Сначала зайдем в достижения. Так, чудеса света, мы, видимо, что-то нашли с вами. Давай пас выбейте, первого слайма хили чурла. Что, простите? Возвращаемся назад. И еще у нас есть на почте какие-то сообщения. Возможно, дадут какие-то награды за достижение ранга. Сегодня тоже кое-что нашла, получить. Я расскажу тебе один секрет, получить. Благодарим за поддержку, получить. Че это за штуки такие? Сегодня я была в гостях в Вольфендоме. Получить. Пора готовиться к большому приключению. Получить. Вот она, ящериц. И еще какие-то у нас парочка есть. Благодарственные награды релиза. Получить. Нифига себе, 1600! Ничего себе их сколько. И еще здесь 200 есть. Нормальная тема. Так, вроде все мы собрали, да, получается? Да, вроде все навыки мы с вами, точнее, все письма мы с вами получили. Еще хотелось кое-что проверить, есть ли у нас теперь с вами... Еще молитвы. Добыли ли мы молитв с вами? Я вот этого не знаю. Я бы хотел просто еще использовать несколько молитв и выбить себе героев. Допустим, того же этого. Не, у меня до сих пор их две штуки, я не знаю, где их получать пока что. Кстати, если вы знаете, скажите. То есть, откуда получать именно вот штуки для всяких призывов героев. Блин, хочу этот набор открыть. Ну и, кстати, вот этот набор у меня появился раньше его... О, я могу помолиться и попробовать выбить героя отсюда. 15 часов осталось, я могу за каждые 10 завершенных молитв гарантированно получить предмет 4 или выше. Ну давайте рискнем, это все равно, потому что через 15 часов я не зайду, и этот пак пропадет. А здесь мы можем, собственно, выбить с вами, попытаться за эти фрагменты героя нового. Давайте попробуем. Я думаю, это будет отличным завершением этой серии, если мы выбьем героя. Итак, смотрим. Бум! Правда, лагает немножко, но ничего не поделаешь. Я думаю, анимация была бы без лагов, если бы было больше 20% на телефоне. Ну уж чё поделаешь. Надо открывать его сейчас, потому что потом мы просто не успеем. Так, во-первых, мы получили рогатку. Трехзвездочный лук. Ну, такой себе, конечно. Дальше мы получаем себе предвестник зари. Тоже трехзвездочный меч. Фигня. Меч флейта. Вот это уже другое дело. Да, детка, Сахароза! 4 звезды. Ладно, нормально, в принципе, пойдет. Дальше мы получаем черную кисть. Трехзвездочное копье. Холодное лезвие. 3 звезд.
книгу получаем, это, как я понимаю, предмет атаки, то есть тоже оружие какое-то, только для магов. Лук ворона есть. Есть еще один лук ворона. Есть еще рогатка. Это все фигня. Но героя мы получили, хорошо. Хотя бы сахарозу выбили, окей. Потому что эти молитвы можно использовать либо сюда, либо сюда. Оружие мне особо не надо, то есть здесь герои не выбиваются, а здесь мы могли хотя бы их выбить. Отлично. Ну хотя бы Сахарозу выбили, да? То есть хоть что-то. И теперь мы можем, короче, на Сахарозу переключиться. Я даже попытаюсь ее сейчас прокачать. У меня, скорее всего, денег не хватит, потому что денег у меня уже много. А персонажа нажимаем. Так, характеристики. Повышаем уровень. Используем... О, у меня есть какие-то супер редкие карточки, но они дорогие. Ну давай, одну используем, повысим до 7 уровня. Ну, как говорю, у меня денег не хватит просто все вкачать. Интересно, можно ли как-то торговать или что-то типа того. Ну еще говнокарт используем несколько. Подтвердить. Еще пару уровней, замечательно. Подтвердить. И еще хотелось бы оружие ей выдать. Чем она пользуется? Книга. Окей, я понял тебя, сменить. Мы возьмем сейчас книгу более высокого уровня. Так, базовая атака 38-41, мастерство стихий. А, они одинаковые. Ну, нажимаем сменить тогда. И улучшить. У нас, кстати, есть точно такая же книга. Мы можем, наверное, ее как-то пробудить. Да, получается. Идентичное оружие. Используем ту же книгу. Пробудить. И чё из этого стало? Пробудить до 2-го ранга. А, тут есть еще ранги у оружия. Понятно. И еще мы можем, как я понимаю, сейчас потратить несколько рубинчиков и... Блин, как же сложно нажимать. Давайте улучшим нашу книжку до 2-го уровня хотя бы. Готово. И еще хотелось бы посмотреть на оружие других героев. Может, мы выбили что-то более крутое? Так, нажимаем оружие, сменить. Есть меч 4-го уровня, поэтому давай. Хотя он, блин, он фиговый по атаке получается. Хуже, чем мой. Его надо сначала прогрейдить будет, а только потом уже экипировать. Еще у нас есть 2 новых уровня. И мы сможем потом пробудить еще этот меч и дать ему, допустим, кому-нибудь другому герою. Но это опять же стоит денег, которых у меня почти не осталось уже. То есть улучшать все в остальном духе мы будем уже в следующей серии, как я понимаю. А, да, чуть не забыл одеть на Сахарозу предметы. Так, артефакты сюда. Ну, давай, я не знаю, там, обычный цветочек, что это дает. ХП 129, искатель приключений. Ну, давай хотя бы вот этот цветок наденем, я не знаю, они мало чем отличаются. Есть еще разные перья, сила атаки 8 добавляет, но вот эта штука, она увеличивается от бонуса приключений, поэтому одеваем ее. Есть еще одни часы, давайте мы их возьмем. Это, правда, для целителя, ну ладно. Это уже все у нас есть здесь, и здесь можно взять, допустим, так, 3-1 хп на 200, либо получаемое лечение, не, давай вот эту. ХПшка это всегда круто. Так, переплетающий судьбы, судьбоносный камень, который соединяет мечты, его блеклое свечение, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я не знаю, кстати, что это за штуки. Волчий крюк, покрытая волочками ягода, окей. Ладно, в общем-то. Ой, я случайно использовал. Она, как я понимаю, персонаж ветра, да? Серьезно, это ее обычная атака? А че она такая тормознутая? А, это усиленная атака была. То есть, если я сжимаю, то она делает вот так. Ну, понял, принял, окей, в принципе. У нас теперь с вами в команде целых 4 героя, и это, как я понимаю, максимум для команды. Ну, ладно, в общем-то, на этом тогда мы будем заканчивать. А с вами был Ник, удачи, до скорых встреч, и мы еще с вами увидимся. На этом все, пока-пока, продолжим в следующий раз.